Знаете, я бы хотел, прежде чем мы начнем петь, сделать небольшое вступление. Дело в том, что многие из вас, те, кто приезжают уже не первый раз к нам в лагерь, возможно, вы задавали себе вопрос, какое отношение имеют мамонты к Свингляндии? Я думаю, что спустя 10 лет я могу открыть эту тайну. Вы знаете, существует очень древняя легенда, ее поведал мне Ашот Дизельвич. А ему рассказал его папа Дизель. Его папе рассказал, в общем, неважно. Дело в том, что когда-то, много столетий назад, вместо журавочки была стоянка такой, знаете, небольшой семьи мамонтов. Они жили очень дружно. Папа, он ходил сквозь бурелом и приносил своим деткам и маме Но, знаете, однажды пришла зима, солнца не стало, мамонтам стало холодно. Им пришлось мчаться, чтобы согреться, понимаете? И в это время потомки Ашота Дизелевича были где-то рядом. И, знаете, им было страшно поначалу, но эта песня помогала им. Помогала им выжить, помогала им выстоять. Так пусть эта песня сегодня помогает и нам, друзья, снова и снова встречаться здесь. Пожалуйста, Женя. Метелица замела тайгу. Белая метелица, вся тайга в снегу. Через заросли дремучие, через бурелом. Словно валуны мчатся через заросли дикие слоны. Ты не бойся мамонтов, засыпай скорей.